еще один совет. Я купил красивую одежду, какую любят в порно-журналах, и начала снимать ролик. Ролик. Для чего? Для своего мужа. И когда я уезжаю, он не смотрит порно на чужих женщин. Он смотрит порно мое. Но там жесткое порно. Там порно и без одежды совсем. И в полный экран все причинные места. От такого ты не то что кончишь, ты 5 раз кончишь. Мне кажется, и патент даже кончит. Поэтому, баба, сделайте такое видео. Я вам по секрету говорю. Вот прямо на телефон идите всем своим причинным местом. Вот этим. Вот так. Вот тогда вы можете ехать и не беспокоиться, что вашего мужика саранча куда-то делает. Он включает себе, берет телефон, вы танцуете, 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 все красиво, снимаете постепенно одежду, а потом идете, очень увеличиваете вот это место, идете, идете, идете на это место, а потом конкретно это место раскрываете, и все, и все, и вам больше ничего не надо, больше ничего не надо. Вы можете отдыхать и месяц, и 2, и 3, он вас дождется.